Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал «Заработок в интернете». Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по такому вот проекту bambusa.com. Значит, кто не знает регистрации, здесь просто вводим Payeer-кошелек, цифровую капчу и попадаем в такой вот кабинет. Я сюда закинула 10 рублей. Значит, сделали чат, здесь можно общаться, как бы вопросы задавать. Если вот сюда нажмете, группа ВКонтакт попадете. Значит, и мне как бы предлагают, я могу взять аванс на данный момент 3.23. Так, и за 10 дней 20 рублей я могу взять. Вот сюда получить, и мне дадут аванс как бы. И потом с моих вот начислений их эту денежку вычтут. Так, значит, зарплата. Вот я, ну, вот моя как бы выплата зарплаты. Вот прохожий через 30 дней я получу за 10 рублей 60 рублей. Если я через 10 дней возьму аванс, да, 20 рублей. Ну, вот 60 минус 20, 40 рублей я получу. Потому что вычтут эту денежку у меня из моих начислений. Здесь должность всякая разная. Вот у меня прохожий за 10 рублей. Далее есть рабочий, бригадир, мастер, бизнесмен. Это все там идет по нарастающей. И значит, здесь вот статистика. Вот моя сумма. Я сюда зашла на 10 рублей. Так, коллеги, здесь вот у меня партнерская программа. И у меня партнерских начислений на 14 рублей. Я хочу их вывести, проверить проект на вывод. Я отсюда еще ничего не выводила. Нажимаю «Выплатить». Средства переведены на ваш счет. Замечательно. Так, давайте страничку перезагружу. Минимальная выплата 1 рубль. Баланс мой обнулился. Так, переходим на почту. Payeer у нас берет комиссию, значит, 13.86, дата 11.10.18 год, сумма 13.86, комментарий bambusa.com, партнерская программа 10%, партнерские начисления, проект платит. Ну а здесь так, другие, здесь вот статистика вся идет. Вот. Вот моя партнерская программа. Выплаты тут идут уже как бы. Новая должность за 10 рублей кто-то покупает. Вот. Значит, а коллеги здесь, ну, находится. Так, коллеги, чуть ниже партнерская ссылочка. Ну что, проект платит. Буду мониторить, конечно же, его. Вот. И я подожду 10 дней, и тогда возьму 20 рублей. Раз они предлагают, ну что мне брать 3 рубля этих, правильно? Как будет здесь 20, возьму, и пусть они тогда высчитывают у меня как бы с, ну, с моих начислений. Значит, ну и в системе уже более 5000 человек. А активных должностей 862. Ну и резерв, вот, как бы большой уже, 65 тысяч. 65 403. Ну что, на этом, в принципе, все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.